Кимерия. Боспор кимерийский. Кимерик. Эти топонимы и сегодня хорошо известны в Крыму. Они сохранили память о народе, который был хорошо известен строительством первых городов в Северном Причерноморье. Прославился военными походами в Азию, имел своих царей и был знаком с государственной организацией. Кимерийцы не оставили после себя письменных источников и были незаслуженно причислены к ираноязычным. Но кем были они в действительности? И какой след оставили после себя? Смотрите в эту субботу в 17:35 на телеканале АТР в новом цикле программы «Алтын-Девир. Этнические предки крымских татар». Часть вторая. Кимерийцы.